Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день, приехал рыбку покормил, сделал обходик маленький и обнаружил немножко проблемных аквариумов, но есть и хорошие новости. Вот смотрите, вчера здесь капец что творилось, и я установил УФ-лампу, все, чистота, порядочек, пыли совсем нету. Это за ночь это все сделала. Вот это вот УФ-лампа. Я сейчас ее хочу переустановить вот в золотушке. УФ-лампу установлю и потом уже немножко воды подменю, уже попозже чутка. И кормежечка манка, ребят. Ну, прикольная штука. Вот эти вот ребята так совсем кушают на ура. Ну, полностью все съедает минор. Ну, просто капец. И даже, ну, это пока временно судить, но цвет еще такой. Ну, яркий, не особо яркий, но потому что их здесь много и без растений. Вот одно только растение и все. Но будем наблюдать за этим делом. Ну, в принципе, барбусня кушает хорошо. Вот гупешка хорошо. Живородочка очень хорошо. Вчера здесь, видите, легкая муть. Но я забыл фильтр включить, и он не работал. И муть такая вот в себе образовалась. Также надо будет здесь вот поработать, видите, рассортировать остальную золотушку, которая вверху. И вот этих малышей надо забросить туда. Муть в этих аквариумах капец. Это будем чутка попозже делать, потому что надо съездить на обслуживание, ребят. По роженицам никто ничего не отметался. Но это такое дело, потому что будем ждать, когда, что, да и как. Здесь немножко вот тоже вот пыли этой собралась. Там скалярка у меня подрастает на производ, тоже надо что-то с ней делать. И этим всем делом надо сегодня заниматься. Также тернешку на нерест. Ну, в принципе, работы вагон. И еще делишки есть, надо будет отъезжать. В принципе, снова у меня, ребят, завал. Но неончик подрастает. И там есть, и там есть. Ну, в принципе, хорошо. Дело движется потихонечку. А дальше будем работать и на размножать рыбку, чтобы заполнить все аквариумы. Ну, поехали, ребят. С вами Александр. Всем приятного дня и, конечно же, приятного просмотра. Вот и потихонечку день идет, ребят. Съездил на обслуживание. Вставлю коротенький ролик, как там поживает тот аквариум. И, ребят, уже немножко здесь поработал. Так как убрался у микроразборы галактики, убрался у дермогенезов одних, вторых, у неончика чистота, у живородочки гупики кои и малинезия черная, и здесь что-то там плавает непонятно что, но там что-то есть, данюшки и пару микроразбор галактик, а еще дермогенезов 4 или 5 штучек плавает, но чистота порядок, надо еще навести у гупешки, там ее совсем мало осталось. Это капец. Надо что-то подсобрать производителя. У гупешки вот этой, у гупешки кои и у младшей гупешек кои. Этих уже вчера подменил там воду. Также подготовил аквариум, ребят. Вот этот вот, где была у меня данюшечка, чистота, порядок. Сейчас буду выливать сюда личиночку Данио. А пару штучек, там десятка три, уехала вот сюда вот к коридоросам. Ну, попробую что-то там их покормить, но не нравится они мне. И, скорее всего, толку здесь не будет никакого. Вот видите, пыль моментально поднимается здесь. Надо будет убрать вот эту вот УФ-лампу у тернешки и сюда ее забросить. Это надо сделать сегодня. Пока я, ребят, уезжал на обслуживание, там мотался, еще заехал на пункт приема стекла. Все стекло разбили, которое я недельку назад заезжал, смотрел. Но там есть два больших стекла, пятерка и семерка, по-моему, должны мне привезти под вечер.
так сам хозяин сказал, что привезет. Это очень хорошо. Я сказал, чтобы он подсобрал немножечко стекла. И смотрите, здесь вода просветлела капец как. И это очень хорошо. Буквально пару часиков прошло. Ну, еще пускай поработает. И снова вот эта вот уфлампа-прибежница уедет, скорее всего, сюда к скаляриям. Да, чтобы вот эта вот пыль за ночь убилась. И вот так вот работаем потихонечку. Сейчас, скорее всего, надо уезжать. И приеду, буду выливать личинку Данюшки. Погнали дальше. Вот, ребят, приехал я, промотался еще 2 часика. Вот так вот, не повезло мне. И перелил личиночку Данюшки. Все хорошо, приятно. И работаем дальше. Вот вода набирается, чтобы не забыть. И уже немножечко отсортирована рыбка. Данюшка уехала сюда. Ее здесь, ну так, прилично. Даже очень, я бы сказал. Будем пытаться ее, конечно же, выкармливать. Инфузория есть, все есть. И будет очень-таки хорошо. Что это за рыбка, ребят? Я начал сортировочку вот этого аквариума, уже заполнил водой его немножечко старенькой, сейчас новенькой залить, и это тоже надо сортировать. Сейчас посмотрим, чтобы потопа не было. Вот так вот уберем это все дело. И, ребят, также вот спускается вода у Данио. Пыли там капец как много. Сейчас перезапущу вот этих вот 2 аквариума, и будет им полегче. А то видите, что анциструсы все на стенках. А это нехорошо. Потому что вот эта вот пыль очень плохо влияет, а производителя надо, ребят, держать. Ну и вот так вот рабочий день продолжается. Вот так вот смотрю, сегодня будет он очень длинным, потому что еще и рыбку на нерест надо высаживать. Ну, поехали. Пока работаем с сортировочкой и заменой вот этой вот воды. И вот, ребят, часть работы сделана. Аквариум опустел. Осталось только помыть. И сортировочка сделана. Сюда уехали только одни анциструсы. И буду вот так их подкармливать здесь. Здесь уфлампа работает, но она медленно работает. Ну, пускай себе работает. Вот видите, засосало какого-то коридора со слабенького в трубочку. Вот золотушка уехала наверх маленькая. И, ребят, там есть тоже анциструс, он не доедает после золотушки, потому что она проглот это еще тот, если честно. Ну, пускай вот там сидят. Также хотел еще сделать сортировочку, ребят, вот здесь вот. Но это уже не сегодня. Скорее всего, это будет завтра. Ну, да, завтра сделаем. Вот видите, плавают такие, что не выдержали течение. Скорее всего, я так думаю. А здесь тоже вот течение, но эта помпа уедет в другой аквариум. И количество здесь, ну так, 1300 штучек плавает, если честно вам сказать. Это за маленький аквариум под такую, под столько рыбки. Но будем что-то думать, конечно же. На сегодня, по-моему, осталось только высадить торнешку на нерест. Все аквариумы, которые у меня подготовлены вчера. А и также, ребят, я же почистил у Данио. Вот здесь вот вода чистая, сомики в дупле, значит, все хорошо. Добавил я воду старенькую с этого аквариума, и с этого аквариума. Сразу же вот в 3 аквариумах были подмены, и это хорошо. Так что поехали, ребят, высаживать тернешку вот эту вот на ней. Вот и работа подошла к концу, ребят. Высадил на нерест тернецию. Вот такие вот розовые, бордовые, розовые, бордовые, розовые. Дальше вот такое вот, даже не знаю, как назвать этот цвет. Ярко-зеленый, или даже здесь самка ярко-зеленая, самец темно-зеленый. Красные, красные, красные.
красные — это те, которые у меня не отнерестились. И вверху вон там вон пара синих и пара синих. А эта парочка нерестилась. Также и вот здесь вот, ребят, желтые, синие. И вот здесь вот темно-зеленые, красные, еще раз красные. Ну, осталось немножечко вон там вон рыбки. Возможно, что-то и попробую, но не уверен. Не уверен или буду заниматься, потому что этих хватает, в принципе, с головой. Если получать по 1000 икринки от одной самки, это, конечно же, очень много, но пропадает много. Вся рыбка покормлена, сыта, чувствует себя прекрасно. Кормлю, ребят, вот этой вот манкой. Вот видите, здесь немножечко осталось, а барбусня съедает наповал. Ну, просто все полностью слушпашивает, особенно вот суматранские. Забросил целую ложечку чайную. Смели, как не тут-то было. Также стерилизатор уехал туда пыль убивать на ночь. И здесь вот у золотушки так нормальненько он поработал. Но, думаю, маловато. Завтра немножко подмену сделаю. Должен был сегодня, но не успел, ребят. 1000 с чем-то здесь рыбешки. Это, конечно же, многовастенько. Пели, ну, нету. Здесь-то кубил совсем на ура. Здесь так, взвесь от корма тоже. А, видите, золотушка не особо что-то хочет манку кушать. Барбусня так супер. Ну, пускай едят. Здесь немножко остатки. Вот видите, я просто уже здесь покормил так, ну, от души, чтобы быстрее росли, конечно же. Ну, завтра уберем, если что. И также вот Данюшка. Что-то там не особо манку кушает. Сразу же снова проблемки. Вот там вон пыль у огненных и пыль у алых внизу. Алые — это полностью слить, заменить воду. Вот соседний аквариум. Быстро, удобно, и нет там нечего заморачиваться со старой водой. А сюда вот посмотрим, установим вот эту вот лампу. Ну, вот так вот, ребят. День слетел, конечно же. Работы сделано немало. Вот по Данюшке. Не знаю, но она... Какая-то Данюшка у меня невезучая. Вот смотрите, видите, течь. Вот здесь вот капельки просачиваются и течь. Вверх туда он забросил ее, тоже течь. Сюда забросил, снова течь. Ну, это капец, ну, невезучая что-то Данюшка. Не знаю, камера, конечно же, не передаст, но там ее угу-гу. И буду я стараться ее поднимать, потому что вот это маленькое количество подрастает. Но уже такие 5 мм кушают артемию, конечно, уже давно. Но растут, пускай растут. Вот как-то так, ребят. День слетел. С вами был Александр. Всем приятного дня. Очень хорошего настроения, мирного неба над головой. И до завтра.